Добрый вечер. В эфире «Вести», Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Новые региональные меры социальной поддержки семей с детьми. Увеличивается единовременная выплата при рождении детей. Как реализуется программа «Сады Карачаево-Черкесии» и каков будет нынешний урожай фруктов? Репортаж «Вестей» Зады Хабля. Исследование абазинского языка. Лингвисты вновь посетили Карачаево-Черкесию. Что на этот раз их привлекло и где проходила экспедиция? Прививают художественный вкус и помогают увидеть красоту в себе и окружающем мире. Педагог Костемир Борсов о своей профессиональной деятельности. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение о новых региональных мерах социальной поддержки семей с детьми. Об этом он заявил на ежегодном послании. Так, по решению руководителя региона с 1 июля в дополнение к федеральным мерам из республиканского бюджета вводятся дополнительные выплаты семьям с детьми. Новая единовременная выплата 35 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. С 20 до 25 тысяч рублей увеличивается единовременная выплата за рождение второго ребенка. Глава региона отметил, что это будет хорошим подспорьем для семей и обратился к Народному собранию оперативно подкрепить эти решения соответствующей нормативной базой. Также Рашид Тимрезов принял решение с 1 января 2022 года всем многодетным семьям, получающим бесплатные земельные участки, бесплатно выделять 10 квадратных метров древесины. Многодетные семьи, которым положены земельные участки, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой, сказал глава региона. Плодородный фруктовый сад, пейзаж, словно на картине художника, и чарующий аромат молодой листвы. Все это сады Карачаево-Черкесии. Несмотря на затяжную весну, деревья в садах все же зацвели, уже образовалась зависть. Какие плоды нас будут радовать осенью и что делают садоводы для хорошего урожая, об этом расскажет Альбина Ламкова. Работа в садах Карачаево-Черкесии кипит как в улье. Аграрии трудятся на площади 207 гектаров. Проводится обработка растений от вредителей и болезней. Расчищается приствольная полоса. Скашивают траву специальной современной техникой. Механизатор Амирби Тиков испытывает один из абсолютно новых тракторов. В садах Карачаево-Черкесии он работает с первых дней, а это 4 года. Испытаем еще. У нас время. Ну, первые дни испытания. Вот, да. Что показали? Нравится? Комфортно? Нравится, да. И комфортно, и красиво, и очень удобно. А в салоне не жарко? В салоне кондиционер. Хотите жарко, хотите холодно. Что хотите. Такой же стаж работы и у садовника Валерия Дышекова. Он любит ухаживать за деревьями, доволен коллективом. Тот, кто хочет работать, всегда найдет свое любимое место. Чтобы вырастить фруктовое дерево, необходимо любить землю и все, что на ней растет, отметил аграрий. Работа сложная? Работа не сложная, не трудная. По душе работа. Растим деревья. Яблоки очень вкусные у нас. Приходите, попробуйте. Все условия есть для работы. Желающие, пожалуйста, устраивайтесь на работу. Весь коллектив работает на один общий результат – это урожай. В прошлом году он составил 3000 тонны, а в этом году при благоприятной погоде ожидают получить 5500 тонн. Это и яблоки, и груши. А скоро жители республики порадуют и плоды персиков. На площади 1 гектара были высажены экспериментальные деревья. Вместе с другими фруктами они успешно зацвели, но чуть позже. В связи с этим пчел для опыления было меньше, но зависть у будущих плодов все же образовалась. Для того, чтобы выровнять ситуацию, мы завезли дополнительно пчел в сад. 120 ульев, которые мы установили по периметру и внутри сада, что помогло нам вывести урожай на должный уровень в этом году. Яблони и груши пользуются спросом не только в нашей республике, поэтому садоводы стремятся к хорошему результату, чтобы радовать людей фруктами. Садоводы выполняют все необходимые работы, но для того, чтобы погодные условия не преподнесли им сюрпризов, сейчас устанавливают противоградовые сетки, их раскрывают и укрепляют тут же для того, чтобы защитить плоды от внешних факторов.
первую очередь, это защита от града. Сетка из плотного полотна и синтетического материала. Она устойчива к гниению, заморозкам, жаре, ультрафиолету и механическому воздействию. Установили ее еще в прошлом году. Закрепление противоградовых сеток займет еще 10 дней. Что не скажешь о работах по уходу за деревьями. Это непрерывный процесс, так как деревья нуждаются в постоянном внимании. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 285 человек. Из них 19 949 выздоровели, 109 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 8-13, в горах местами до плюс 7, а днем 17-22 и местами до плюс 15. В Черкесске кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 10-12, днем 19-21 градусов тепла. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Учебная группа Московской школы лингвистики научно-исследовательского университета Высшей школы экономики посетила Карачаево-Черкесию. Ребята занимаются исследованиями абазинского языка и уже в третий раз посещают наш регион. Подробности у Альбины Курачиновой-Кенжевой. Группа с 2016 года ведет исследование абазинского языка. Два предыдущих раза студенты и преподаватели посетили аул Инжичкун. На этот раз экспедиция проходила в селе Красный Восток. Работа научно-учебной группы «Аспекты грамматики абазинского языка» акцентируется на грамматике и анализе текстов. Давно сюда собирались. Мы знаем, что тут особый говор. Он немного отличается от других. И он описан еще не в полной мере. Поэтому мы приняли такое решение, что мы более детально посмотрим. В целом мы изучаем те же темы, что и в предыдущих наших поездках. То есть это действительно конкретные конструкции абазинского языка, которые представляют, несомненно, огромный научный интерес не только для абазин, но и для всего мирового сообщества. Абазинский язык на данный момент представляет наименее исследованный язык абхазо-адыгской группы, поэтому его изучение – просто необходимость. Это способствует сохранению языка, культуры, традиций коренных малочисленных народов. Прямо сейчас я работаю, например, над формами типа «Арыскры сымамач». Чем больше ты уже знаешь, тем лучше ты понимаешь, как мало на самом деле ты знаешь и как много еще нужно всего узнать. Ребята восхищаются природой республики. Горы, минеральные источники, родники оставляют неизгладимое впечатление. Студенты говорят, в такой красоте изучать абазинский очень интересно и запоминающе. Например, в какой-то момент оказалось, что сказать «мои три большие бочки сметаны» по-абазински – это все одно слово. Конечно, вот видите, по-русски это «мои три большие бочки сметаны» – 5 слов, а по-абазински всего одно. Вот так, необычно. А можете проговорить нам какое-то слово? Что вы сейчас здесь пишете? Может, я записала слово «тюй». Кажется, это значит «терн». Я правильно произнесла? Да. Юрий Ландер со своей научной группой поблагодарили за радушный прием и кавказское гостеприимство принимающую сторону. Говорят, непременно сюда вернутся за новыми впечатлениями и исследованиями абазинского языка. Альбина Курачинова-Кенжева, Анжела Джибекова, Ислам Урумов, село Красный Восток, Малокарачаевский район.
Асемир Борсов – молодой талантливый педагог дополнительного образования, который за 5 лет своей профессиональной деятельности в качестве учителя завоевал сердца своих учеников и успел стать для них больше, чем наставник. Он учит разным техникам рисования и лепки, тем самым прививает художественный вкус, помогает им увидеть красоту в себе и окружающем мире. С творчеством учеников сенсея познакомилась Фатима Даурова. Найти преподавателя, который будет открыт к позитивному общению, это удача для обучающегося. Такой учитель прерывает свои объяснения, чтобы ответить на вопрос. Не боится вести диалог и отвлекаться от академического изложения темы. Он весел, доволен своей профессией и не устает пересказывать одно и то же в поисках нужных слов для каждого ученика. Астемир знает, как важно новичку получать одобрение своих трудов, поэтому уважает творческий поиск самих ребят. Он не говорит загадками. Вместо непонятных выражений ученики слышат конкретный совет. Где поднять линию, изменить угол, а где сделать шире овал. Все зависит тоже от ребенка, от характера. С каждым работаю индивидуально. Нельзя сказать, что всем одинаково это объяснять не получится. Поэтому работу выбираем, что больше детям нравится. Я им даю свободу выбора. Вот уже 5 лет Астемир работает в Хабирском центре творчества детей и подростков. За это время молодой преподаватель успел заслужить любовь своих учеников, уважение их родителей и высокую профессиональную оценку коллег по творческой мастерской. Он у нас педагог, мастер, наставник. Вот, увлеченность своей работой, свою увлеченность передает детям. Дети тоже занимаются с большим интересом. Некоторые как хобби, другие выбирают себе профессию. Мы видели, что у ребенка есть таланты, но какие, куда ее направить, не могли определиться. Один день она попросилась к Астемиру Заудиновичу. Она говорит, у нас появился в школе такой педагог. Ну хорошо, посмотрите. В первый же день она пришла домой с готовым изделием. И, конечно, мы поняли, что раскрыли скрытые таланты ребенка. Ученики Астемира Борсова – активные участники, победители и призеры конкурсов детского творчества разных уровней. Эти удивительные фигуры и композиции слеплены маленькими ручками. Кто-то тратит на свое произведение день или два, а кто-то целый год трудится над каждой деталью, чтобы в итоге получилась такая красота. Гончарное ремесло усваивается детьми с интересом. Асиат и Снежана – две подружки, которые решили после кисти и холста научиться декоративной лепке. Именно здесь я получаю вдохновение, мне это очень нравится, я люблю то, чем я занимаюсь. У меня работает фантазия, я знаю, что мне нужно сделать, как все сделать. Какую профессию я бы не выбрала, у меня есть хобби, которым я буду заниматься, и мне кажется, очень долго. Человек, несущий детям красоту мира искусств, уже выбрал свой путь. Теперь же он помогает осваивать детям тропинки, которые в лучшем случае для них могут стать профессиональной дорогой в будущее. А если они выберут другой путь, тонкое эстетическое восприятие мира, привитое учителем и наставником, поможет детям видеть прекрасное в простом и наслаждаться этим. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Хабирский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Несмотря ни на что».